Привет, сейчас я покажу по 2 сета на трансмог на 3 класса World of Warcraft. Первый сет на мага может и подойти как и магу, так и чернокнижнику. Состоит он из ткани. Сет был добавлен в Легионе и называется Дьявольским. Для того, чтобы его получить, нам необходимо собрать 8 вещей. Все эти вещи можно добыть в гробнице Саргераса. Там многие ступни добываются с 10% шансом с босса Город. Перчатки с таким же шансом падают с босса Килджедан. Пояс с 10% шансом падает с босса Бдительная Дева. Ну а остальные вещи с таким же шансом можно выбить с любого босса данного рейда. Следующий сет, который также может подойти как и магу, так и чернокнижнику, был добавлен в Лич Кинге. Соответственно, состоит он точно так же, как и предыдущий, из ткани. Для того, чтобы его получить, нам необходимо собрать 6 вещей. Все эти вещи можно приобрести у торговца, который находится в старом Долоране Лич Кинга. Следующий сет на воина. Он был добавлен во времена БК. Для того, чтобы получить данный сет, нам необходимо собрать 8 вещей. Все они могут быть добыты с рейда Око Бури. Следующий сет для воина был добавлен в Лич Кинге. Состоит он целиком из лад. Некоторые вещи из данного сета относятся к 5-му сезону добычи вещей. Для получения этого сета необходимо собрать 8 вещей. Все эти вещи добываются в склепе Арковона. Грудь добывается с 2% шансом с босса Арковон Страж Камня, а пояс, ступни и запястья добываются со Стража Бури. Все остальные вещи можно выбить случайным образом с любого босса. Следующий сет на разбойника был добавлен в Легионе. Состоит он из кожи и добывается довольно трудным способом. Для получения данного сета необходимо собрать 9 вещей. Все они падают с основных рейдов Легиона. С Цитадели Ночи добывается спина с низким шансом с босса Трильякс. Пояс из Цитадели Ночи с Тихондрия с 11% шансом. Ступни из Изумрудного Кошмара с босса Ксавий. Ноги также с Изумрудного Кошмара с босса Урсок. И плечо падает с Изумрудного Кошмара с босса Илгинот. Остальные же вещи можно добыть с любого босса Цитадели Ночи. Ну и последний сет на разбойника, который был добавлен в БК. Для получения данного сета необходимо собрать 8 вещей. Все они могут быть добыты в Око Бури либо в Змеином Святилище. Падают эти вещи с практически любого босса из данных рейдов. Ну а по сути, я рассказал о 6 сетах, которые можно добыть на эти 3 класса. Стоит ли продолжать делать подобные выпуски? Ну а так, благодарю вас за просмотр. Удачи!